Всем-всем большой привет! И вы снова у меня на канале Креативный дом. Прежде чем начать поделки, хочу ответить на ваши вопросы. Первый вопрос: продаю ли я мои изделия? Нет, не продаю, потому что в Германии они стоят копейки, да их невыгодно продавать, потому что расходы никакие не покроются. И я оставляю дома кое-что, кое-что я дарю, кое-что я переделываю. Так что это просто мое хобби, занимаюсь я им в свободное время. Вот сейчас 6 утра, сегодня у нас вторник, поэтому я вот где-то буду снимать несколько минут вот видео, и потом выложу уже вечером, когда мой муж ляжет спать, чтобы не мешать, чтобы делать свои дела какие-то важные. Поэтому и второе. Мое имя такое же, какое и было. Меня зовут Мила, но я не люблю свое имя, поэтому я не хочу, чтобы вы называли меня по имени. Поэтому я не говорила свое имя. Но кому интересно, пожалуйста. Итак, сегодня я хочу показать вам простейшую украшалочку. Но сначала нам нужно выпить 2 литра Кока-Колы. В общем, нужна бутылка какая-то большая, вот от 1,5 до 2 литров. Мы будем из нее делать. Также белые акриловые краски, какие у вас есть. Еще мне понадобится стаканчик, салатник или какое-то блюдечко. И также вот подсвечник, тоже какой есть, небольшой такой. Ну и для украшалочек я взяла домик, вот такой миленький-маленький, усадьба. И также пистолет с горячим клеем. Вот такую необычную свечку, которая переливается всеми цветами. Посмотрите, она была голубой, теперь стала почти сиреневая, потом она будет розовая, желтая, зеленая. Вот сейчас такая красивая свечечка. Ну а выключенная она выглядит просто в виде цветочка. Также я наконец-то нашла белые блестки, лак, и мне понадобятся еще какие-нибудь украшалочки. Можно шарики, можно бусинки, можно тесьму. Это уже на ваше усмотрение, что вам охота, чем вы украсите потом в свое изделие. Ну и, конечно, спонжик и кисточка. И также острый нож, потому что мы сейчас будем резать бутылку. Итак, вот такую огромную бутылку, она у меня очень плотная. Ее ножом не так-то легко будет отрезать. Мне нужно отрезать горлышко, но это на ваше усмотрение, можете не отрезать. Вот, и примерную длину, но здесь начинаются полоски, то есть я отрезаю чуть больше середины. И затем я обрабатываю утюгом, чтобы края были ровненькие. Получается вот так вот. Здесь я уже обработала, здесь специально я показываю, еще неровно. Я сейчас, насколько возможно, еще подровняю ножом. Тут я уже немножко порезала, ничего страшного. И затем утюгом я это все заглажу. Подсвечник я переворачиваю кверх ногами, потому что здесь площадь ровная, и легче будет приклеиваться моя тарелочка. Тарелочку можно приклеить как вот так, также и вот так. И вот таким образом я ее приклею. Поэтому я буду окрашивать эту часть всю полностью белой краской. И подсвечник, ножку тоже белой краской. Я начинаю закрашивать на один раз густо, не затрагивая ножки. Она у нас будет приклеиваться горячим клеем. Ну, а нижнюю часть я прокрашу всю. Чем хорошо работать широким спонжиком или губкой кухонной, тем, что большая площадь у нас сразу закрашивается. Очень-очень удобно. Вот таким вот образом. И я крашу дальше. Ну а салатник буду закрашивать я с этой стороны, тоже не касаясь центра, потому что он у нас будет приклеиваться. И вот таким вот образом все-все-все вот эти вот выемки, выпуклости я прокрашиваю. А, девчата, извиняюсь, он у меня будет же кверх ногами, не так клеится. Так что я и тут тоже прокрашиваю.
Он будет клеиться у меня с внутренней стороны. Подсвечник и тарелочка просохли, но я не буду на второй раз красить, потому что мой домик, он тоже не белоснежный. И еще вы задаете вопросы, где я беру разные всякие вот эти краски, поделки или детали для поделок. Я живу в Германии, у нас другие магазины. Но я вижу, девочки у вас покупают в фикс-прайсе. И у нас тоже наподобие есть магазины, как фикс-прайс, это Теди и Ойра Шоп. Поэтому я покупаю там, глядя на ваши видео, наподобие такие товары есть прям одинаковые, вот, но не всегда. Поэтому, девчата, ищите у себя. Ну, а я займусь пока вот этой пластиковой частью. Я хочу сверху немножко покрасить, то есть помазать даже. Возьму тарелочку и немного лака смешаю с блестками. И еще хочу сказать, что вот изделия наши можете покрыть на два раза лаком, кто хочет. Но так как я позже буду их мыть все равно, я их не покрываю. Итак, я беру немного блесток и вот сыплю прям в лак в акриловый. Перемешиваю еще чуть-чуть. Перемешиваю. И спонжиком, не кистью, наношу эту массу на верхнюю часть моей бутылочки. Когда это все высохнет, будет иметь эффект льда или снега. Ну, посмотрим. В общем, должно быть симпатично. Сама делаю первый раз, но видела это у английских мастериц. Кстати, я многое беру у английских мастериц. Вы спрашивали, где я беру идеи. Но я их потом переделываю, что-то применяю в другом, например, как они красят. Например, они красят стеклянную посуду, я пластиковую. Или совмещаю, или добавляю свое, что-то фантазирую. Так что идеи не стопроцентные их. Вот я вам честно говорю, некоторые приписывают себе, но я вам честно говорю, идеи в основном не мои, или на Pinterest. Итак, я просушиваю теперь. И вот что у меня получилось. Вот камера не передает. Тут как будто снежок искрится, блестит. Вот эти блестки слегка. Но я не вижу на камере их. Ну, в общем, вот эффект такой льдинки получается. Или снега сверху. Ну, а теперь собираем нашу конструкцию. Я приклеиваю теперь тарелочку на подсвечник. Для этого я буду промазывать подсвечник. Много горячего клея, и теперь тарелочку по центру аккуратно приклеиваю. Таким вот образом проверяю. Теперь ставлю домик. И вокруг домика я хочу еще приклеить вот эти шарики. Здесь вот есть серенькая и такие же шарики. Я буду приклеивать горячим клеем, чтобы было быстрее и красивее. Я провела линию из горячего клея вокруг домика и вот так прижимаю шарики теперь туда. Таким образом я обклеиваю все. Подержать надо. Еще один. Вот, получается вот такая красота. Домик на опушке. Можно, конечно, добавить всяких еще разных украшалочек, но мне кажется, этого уже предостаточно. И сверху приклеиваем или одеваем наш колпак. Так вот. А для крепости можно приклеить снизу на горячий клей и также чем-то еще украсить. Ну а на самую макушечку я поставлю подсвечник. Так. И вот такая наша красивая композиция готова. Если вам понравилась такая простейшая композиция, делайте. Смотрите, как красиво смотрится. Домик на опушке.
Сверху идет снег, слегка блестит, и тишина. Ну а я с вами прощаюсь, говорю до скорой встречи. Я буду скучать. Делайте такие домики или украшалочки. Делается просто и быстро. Всем пока-пока.